Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, и для любителей заработка без вложений хочу поделиться новым боксом. Работает 6 дней и уже зарегистрировано почти 6000 человек. Называется Буксун. Регистрация здесь не простейшая. Логин, имейл, пароль. Я зайду в кабинет, покажу. Изнутри это наша домашняя страничка. Сразу находится партнерская ссылочка. У меня на балансе уже рубль есть, так как минималка набирается очень быстро. Это мой профиль. Здесь пополнить баланс, кто собирается рекламить свои проекты. Вкладочка «Заказать выплату». Я сегодня закажу выплату в режиме онлайн. Хочу проверить этот бокс на вывод. Обменник. Здесь мы обмениваем с баланса на вывод, на баланс, ну, для рекламы. Далее что? Серфинг. Я оставила одну ссылочку, чтобы показать, как проходить серфинг. Кликаем, перебрасывает нас на страничку. Ждем отчет таймера. Давайте подождем немного. И разгадываем капчу. Кликаем. Все, нам зачет. Переходим. Вкладочку можно закрыть. Ускорители — это по желанию. Я сюда не лезу. Хотите, сами уже разбирайтесь. Так. Получить бонус. Есть бонус ежедневный. Кликаем. Получить. И я получила бонус в размере 1 копейки. Так, далее. Мои ссылки. S для тех, кто будет рекламить свои проекты. Я ничего здесь. Сюда кликаете и название, ссылочка, таймер сколько и смотрите, какая цена. Моя вкладочка «Мои рефералы». Находится также партнерская ссылочка. Будут ниже отображаться партнеры и рекламные материалы. Вот здесь два баннера. И в настройках мы указываем платежный реквизит. Здесь Pair и Kiwi только на данный момент. Ну и по желанию сменить пароль. Далее выход. Так, что надо? Заказать выплату. У меня на балансе рубль 13. Я выбираю Pair. Так, здесь обратите внимание, у меня стоит рубль 14. Рубль 13. Так, и кликаю «Вывести». Все, деньги успешно отправлены, выплачены. Переходим на Pair кошелек. Я обновляю страничку. Так, дата операции 6 марта. Перевод выполнен. Рубль 13. Платит инстантом. Когда вы пропишете платежный реквизит, ну и будете выводить, нужно ввести код подтверждения. У вас могут попросить. Это не всегда, но частенько такое бывает. Вам на почту придет код. Введете этот код и все. Можете спокойно выводить. Вот такой вот букс. Кому интересно, заходим, зарабатываем. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.